Так, меня поймали и хотят меня обвинить за то, что я якобы управлял транспортом, потому что я все равно находился дома, отдыхал. Вытащили из машины. Просто так. То вы дома находились, то в машине находились. Я дома находился в машине. Это мой дом, это моя машина. Вы где проживаете? Я, скажем так, бомж. Хотя в моем паспорте есть регистрация. Я вообще сплю дома уже, блин, давным-давно. Я отказываюсь все этот подтверждать, потому что шел сейчас от своей девушки, а меня просто взяли и задержали. Ну что, кого? Я же дома. Все, я домой приехал. А почему не останавливаетесь, когда я вас останавливаю? Когда? Когда? Да я не Маяки видел. Маяки СГУ. Блин. Где? Да все вы видели, вы неслись. С горки катился вниз, вот по этой улице. Вы сделаете. Мои глаза видели? Нет. Они нет. Черные. Вы будете прокляты за это. Все. А подождите, проклят кем я буду? Мной. А вы как проклянете меня? А я вам покажу, как я прокляну. Не, ну... Кровью. Да не стоит. Я сейчас кровь себе пущу. Да не стоит. В вашей машине. Ну, да? Пущу кровь. И пусть я буду в психушку заеду, ё-моё. Да, но вы будете прокляты. Вон, вот этой пробкой, если я себе кровь пущу сейчас.